Российская фигуристка Мария Соцкова прокомментировала прокат произвольной программы на чемпионате мира в Милане, за который она получила 5-ю сумму баллов. «Короткой я довольна, потому что после Олимпиады было тяжело настроиться. Я рада, что я собралась, сейчас я, выходя на лед, стараюсь по-новому все делать, забыть все неудачи, которые были, и делать что-то новое для себя. Сравнивать с Олимпиадой мою короткую, показанную сегодня, нет смысла, потому что на Олимпиаде был провальный прокат, я считаю, но все равно сегодня был не идеальный прокат, я могу больше. В Кизэнкри я всегда переживаю, потому что никогда не знаешь, как судья отреагирует на прокат, как они поставят оценки. Я всегда волнуюсь, и сегодня это не было исключением», — сказала Соцкова в эфире «Матч ТВ». Фигуристка Загитова проиграла Костнер короткую программу на ЧМ.